Сына Пробога откинь. Да! Фискальдония и Криков есть. Jai Radha Madhava Kunjabi Hare Oh,
Vayam Shena Charasam. Vayam Shena Charasam. Yayasau Pratipadyate. Yayasau Pratipadyate. Nirvinam Talu Varuno. Nirvinam Talu Varuno. Lokapalo Vishadare. Lokapalo Vishadare. Jivayam Shena Charasam. Jivayam Shena Charasam. Yayasau Pratipadyate. Yayasau Pratipadyate. После того, как отделившись, сформировалось небо вселенской формы, в него вошел Варуна, повелитель водной стихии всех планет Вселенной. Таким образом, живые существа получили возможность с помощью языка ощущать вкус. Здесь нет комментариев, поэтому мы продолжим читать. Vishnor avishatam padam grane nam shena gandhasya pratipatir yato bhavet. When the Lord's two nostrils separately manifested themselves, the dual Ashvini Kumars entered them in their proper positions, and because of this,
The living entities can smell the aromas of everything. Когда сформировались две ноги Господа, заняв отведенные им места, вошли близнецы Ашвини Кумары. Благодаря этому живые существа обрели способность различать запахи. Нирване Акшини Твашта Локапало Вишадвихо Чакшушам Шена Рупанам Пратипатир Ято Бавет. Thereafter, the two eyes of the gigantic form of the Lord were separately manifested. The sun, the director of light, entered them with a partial representation of eyesight. And thus the living entities can have vision of forms. Затем сформировались два глаза вселенской формы Господа. В них вместе с функцией зрения вошло солнце, повелитель света. Так живые существа обрели способность видеть формы. Нирбинан ясья чармани локапало нило вишат Prane nam shena sam sparsham yena sao pratipatite. When there was a manifestation of skin separated from the gigantic form, Anila, the deity directing the wind, entered with partial touch, and thus the living entities can realize tactile knowledge. Когда отделившись возникла кожа вселенской формы. В нее вместе с функцией осязания вошел полубог Анила, повелитель ветров. Таким образом, живые существа обрели способность осязать. Карнавасья бенирвино дишням свам вивишруа диша шротринам шена шабдасья сидиньена пропатите. When the ears of the gigantic form became manifested, all the controlling deities of the directions entered into them with the hearing principles, by which all the living entities hear and take advantage of sound. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Commentary Шрила Прабхупады. Комментарий Шрилы Прабхупады. Уши – это самый важный орган живого существа. Звук является главным источником информации о неизвестных нам или отдаленных от нас предметах. В форме звуков совершенное знание входит в ухо человека, делая его жизнь совершенной. Ведический процесс познания целиком основан на слуховом восприятии, поэтому звук является самым важным источником знаний. Карнавасья Венервино Дишням свам вивишур диша Шротринам шена шабдасья Сидхим йена пракачите. When the ears of the gigantic form became manifested, all the controlling deities of the directions entered into them with the hearing principles, by which all the living entities hear and take advantage of sound. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Нава Ом Вишну Брай Кришна Прайса Гутамарачи Махапурадату Свами Нитинами Намасте Сарасвати Депи Йоко Мурвани Причари Нирвишеша Шуньявани Праскачари Шатари Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. There's a very interesting description of how the process of creation unfolds.
Здесь описан очень интересным образом процесс сотворения. Каким образом он разворачивается? It is not, certainly is not as the materialistic scientists say it may be. Конечно, это не то, как это описывают материалистические ученые. According to the materialistic scientists, well, they have different ideas. Вот у материалистических ученых совершенно другие идеи по этому поводу. One idea is the famous Big Bang theory. Например, одна из таких идей — это теория большого взрыва. So, in other words, in the beginning there was nothing. Другими словами, в начале не было ничего. Then for some reason, no reason, there was a Big Bang. А затем по непонятной причине произошел большой взрыв. And then there was everything. И все сразу возникло. Including Omsk. Включая Омск. In many ways it doesn't really seem to make good sense. Во многих смыслах это не имеет вообще никакого основания под собой. In history, well, I could say, one time we were doing a preaching program in a school. Как-то у нас была проповедническая программа в школе. And we were talking about the process of creation and the different ideas that there are about that. И мы говорили о сотворении мира, о различных теориях об этом. And there was one student, young fellow, he was very attached to the idea of the Big Bang. И там был один ученик, мальчик, и он был очень сильно привязан к этой теории большого взрыва. And so we said to him that that may be an interesting idea, but how could you prove it? Мы сказали ему: да, возможно, это интересно, но как ты можешь это доказать? And he said, well, we may not be able to prove it. И он сказал: ну, возможно, у нас будет возможность это доказать однажды. But that doesn't worry me. Но это меня не сильно беспокоит. I just accept it. It's just, I like it. Мне нравится эта идея, я принимаю ее. And I said, well, actually, there has been an experiment done to see whether it might, this idea might be true. И я сказал ему, что был однажды проведен эксперимент, чтобы там попытались доказать как раз эту идею. There, in history, there have been many big bangs. И в истории было много больших взрывов. You know, in war. Например, во время войны. They drop bombs, thousands and thousands of bombs. Падали тысячи бомб. And even at the end of the Second World War, they dropped two atomic bombs on Japan. И в конце Второй мировой войны на Японию было сброшено две атомные бомбы. So these, you know, particularly those bombs, they were very big bangs. И в особенности вот те две бомбы, они совершили два очень больших взрыва. So, what if the Big Bang theory is true? И что если вот эта вот как раз теория большого взрыва, она правдива? Then, when the people dropped the bombs on the cities, и тогда, когда вот люди бросают бомбы на большие города, then we would expect that after a little while, everything gets rebuilt very nicely, just like that. То тогда, после этих взрывов, все должно само как-то восстановиться очень хорошим образом. And no human intervention. Без человеческого вмешательства. It just happens. Это просто должно произойти. So we made the point that there have been so many bangs, a huge number. И мы как раз указали на то, что было очень много больших взрывов. But never once did it happen that if people just left everything after the bomb, that things just rebuilt just of their own accord. Но никогда такого не было, чтобы после взрыва люди просто все оставили как есть, оно само как-то восстановилось. Rather, if you just leave things after these bombs explode, it just, the whole thing just remains a big mess.
Напротив, если вы все оставите как есть после взрыва, то останется просто беспорядок. Что вы думаете? This is our experience. Это наш опыт. But if intelligent people go along to the place sometime after the bomb exploded, но если разумные люди посетят потом место взрыва через некоторое время, they can build it up and make something very nice of it. Они могут что-то там построить, восстановить. And of course the classic examples are Hiroshima and Nagasaki. И классические примеры это города Хиросима и Нагасаки. These are the cities that the Americans dropped those atomic bombs on. Это те города, на которые были сброшены американские атомные бомбы. So afterwards the people came along and rebuilt those cities. Позже люди пришли и восстановили эти города. And now they are big sophisticated cities. И сейчас это большие развитые города. And interestingly enough, they are, because no cities are nice. Ну, в целом говоря, вообще никакой город нельзя назвать по-настоящему хорошим местом. They're just Kali-Yuga places generally. В целом это просто калиюжные места. But at least by material standards, those two cities in Japan now, they are much nicer than cities, than many cities in the Western world, which were never bombed. Но в целом вот эти два города, они сейчас выглядят даже лучше, чем многие из тех западных городов, которые никогда не бомбили. So anyway, we were discussing like this with this young man in the school. И вот таким образом в школе мы беседовали с этим учеником. And we, at the end, we said, so, you know, according to this experiment, what you might call an experiment, it seems that the idea of the Big Bang theory, it seems it does not work. И в конце мы сказали, что вот судя по такому опыту, эта теория большого взрыва, она не работает. So, I asked him, you want to give up that idea? Я спросила его, хочешь ли ты отказаться от этой идеи? Он сказал, нет. He was attached to his idea. Он был очень сильно привязан, очарован этой идеей. So I said, why? You know, you can see, it doesn't make very good sense according to our experience. Я сказал, почему же? Ведь согласно опыту в этой теории нет большого смысла. And he said, I don't mind. I like the idea. Он сказал, мне все равно, мне нравится эта идея. And I said, well, you know, it seems like you have a prejudice. И я сказал ему, что, ну, похоже, ты предвзято настроен. You know, you just made your mind up for no good reason. Ты просто вот таким образом подумал, у тебя такая вот идея в голове. And that's it. It's you just accepted even though there's no good reason. Ты принял вот эту идею, в которой нет большого смысла, нет причины, чтобы за нее так держаться. So the poor old scientists, it is an uphill task. И вот эти бедные ученые, они совершают очень трудную работу. Try to figure everything out. Стараются во всем найти причину, во всем разобраться. What a truth. You know, the whole this creation is so extremely complex. Это все творение, оно крайне сложное. To figure it out, well, it is beyond the capacity of the conditioned brain. И для обусловленного мозга это непосильная задача разобраться в этом творении. Conditioned brain means, you know, that wide. Обусловленный мозг это вот такой вот ширины. That long. Вот такой вот длины. That high. И вот такой высоты. And you gotta fit everything in there. И он хочет в себя вот это все вместить. Good luck. And this is why they come up with
different crazy ideas. И поэтому они изобретают совершенно безумные идеи. And eventually they reject their own ideas. И в конце концов отвергают свои собственные теории потом. So it is a very big subject, but here, in simple terms, important aspects of it all are being presented. Это очень большая тема, но вот здесь эта тема была изложена очень кратко в нескольких стихах. In these verses we have just been reading now, it's being explained how the different sensory functions and sensory capabilities became available in this material world. И в этих стихах объясняется, как стало возможно наше чувственное восприятие. Actually, those capabilities to perceive in different ways, they have their roots in the Supreme Personality of Godhead. И на самом деле эти способности что-либо воспринимать, они коренятся в Верховной Личности Бога. The Supreme Personality of Godhead sees. Верховная Личность Бога видит. Supreme Personality of Godhead feels. И Верховная Личность Бога чувствует. He can taste. Он может ощущать вкус. He can hear. Он может слышать. He can smell. Он может чувствовать запах. So he actually, he is able to do all those things with every part of his body. И он может делать все эти вещи любой частью своего тела. He can see through his nose. Он может видеть своим носом. He can see through his toes. Он может видеть сквозь пальцы ног. He can see through his fingernails. Но он может видеть через ногти на пальцах. And all the other sensory capabilities, they work the same way. И другие способности чувств, они вот так и работают у него. He can hear through his back. Он может слышать спиной. Sometimes. Иногда. Well, in English there's a saying that, you know, you have eyes in the back of your head. А на английском есть такое выражение: у тебя есть глаза на затылке. Somehow that you become aware of something happening behind you. Это когда ты понимаешь, что происходит сзади тебя. You must have eyes in the back of your head. А должно быть у тебя есть глаза на затылке. Понимаете? Well, Krishna does. И вот у Кришны действительно есть там глаза на затылке. He actually has eyes in the back of his head. И в самом деле у него там есть глаза. And in his side of his body. И на боках тоже. This is explained. It's explained in the Ishapanishad in different places. Это объясняется в разных местах в Шри Ишапанишад. Any part of his body can perform the function of any other part of his body. Любая часть его тела может выполнять функцию другой любой части тела. So, very important one for us, he can eat with his eyes. И для нас очень важно знать, что он может есть глазами. Yes. And he is so expert. И он настолько профессионален, эксперт во всем этом. He eats through his eyes on the altar. Он ест сквозь свои глаза на алтаре. Radha Govinda. And so he eats it and relishes it. И он ест это и наслаждается этим. But then the food remains. Но пища остается. We cannot do that. Мы так не можем. Srila Prabhupada told a joke. Шрила Прабхупада рассказывал шутку. It's possible we told it here before, but anyway. Возможно, мы уже об этом рассказывали здесь. One devotee at night, late at night, had big maha feast. Один преданный как-то поздно вечером вдруг решил сделать такой вот пир большой. Большой. Маха пир. Yeah.
So many subjects. Приготовил много сабджи. Different rices. Разные рис разного вида. Different dal preparations. Дал тоже разных сортов. Many samosas. Много самосов. And so on and so on. Different things like this. И так далее, и так далее. And different things. And finally, at the end, he had one big, golden brown, juicy gulab jamun. И в конце у него был такой большой, коричнево-золотистый, сочный gulab jamun. You like gulab jamun? Вам нравится gulab jamun? So it was big, it was like a mega gulab jamun. Он был большой, такой мега gulab jamun. And that was it, he finished the feast. И он уже заканчивал свой пир. And went home and fell asleep. И пошел домой, заснул. Got up sometime in the morning. Встал утром. Went to the bathroom. Suddenly he just had to pass through. И он пошел в туалет. Ему захотелось в туалет очень сильно. Yes, очень сильно. And so he passed through. Then he turned around and looked at the sun. И он потом обернулся и посмотрел на то, что из него вышло. And Prabhupada told this joke. И Прабхупада сказал такую шутку. He spoke to the storm. И он разговаривал с тем, со своими отходами жизнедеятельности. Look at you, you look so horrible. Ну посмотри на себя, как ужасно ты выглядишь. I'm glad I got rid of you. Я очень рад, что избавился от тебя. Storm spoke to him. И эксперименты ему ответили. Упражнение, я да. Испражнение. Okay. And испражнение said, don't say that about me. И они сказали, не надо так о нас говорить. Said, last night I was that big gulab jamun. Прошлой ночью мы были большим gulab jamuном. But just from one night's association with you, look what happened to me. Но после ночи общения с тобой посмотри, во что это превратилось. So, but Krishna, he eats through his eyes, and then he leaves everything. И но Кришна он ест глазами и оставляет эту пищу. And it's simply nectar. И это просто нектар. It's much, even just from the point of view of taste. It's much nicer than the taste even of the same food, which is not offered. И даже с точки зрения вкуса эта пища намного лучше, чем та же самая, которая не была предложена. So, yes. So now the Lord then he has all these different sensory functions in these different ways. И вот у Господа есть множество таких способов чувственного восприятия. And it's interesting to note. One just interesting point to think about is that most of the sensory functions for us, they are localized. И очень для нас важно и интересно отметить, что большая часть наших чувственных каких-то функций, они локализованы в определенных местах. Like it's only our eyes, these small eyes, which can see. Например, вот только эти глаза, эти маленькие глаза могут видеть. And these little ears can hear, and little nose can smell. И вот эти маленькие уши могут слышать, этот маленький нос может обонять. But our whole body can feel touch. Но наше все тело может чувствовать прикосновение. Isn't it? Your head can feel touch. Ваша голова может чувствовать прикосновение. And the bottom of your feet can feel touch. И подошвы ног тоже могут чувствовать прикосновение. And even you can feel touch inside. И даже внутри вы можете чувствовать прикосновение. You know, sometimes you eat something and somehow or other you can feel it going down. Иногда вы что-нибудь съели, и вы чувствуете, как это проходит вниз. Anyways. Это интересные вещи, которые можно подумать. Yes. So anyway. Krishna perceives everything with every part of his body. Кришна может воспринимать все любой частью своего тела. And he perceives
everything with every part of his body, but he perceives literally everything. И в буквальном смысле он может воспринять все. What is going on? We can perceive what is going on here. Мы можем чувствовать то, что происходит здесь. He can perceive what is going on in some other country. А он может воспринимать то, что происходит сейчас в другой стране. And a different planet, etc. like that. На другой планете и так далее. So then, now we have these material bodies. У нас есть эти материальные тела. These material bodies, they are simply made of material elements. И эти материальные тела просто сделаны из материальных элементов. When I was at school, we were told our bodies are something like 70% water. Когда я был в школе, нам говорили, что наше тело примерно на 70% состоит из воды. Слышали? Is it the same in Russia? То же самое в России говорят. Ah, 70. Круче. Что круче? So anyway. Yes. So our bodies then are mainly water. Так что наше тело это большей частью вода. But we have never found any water, meaning just as such, which can see or hear or touch. Но мы не найдем такой воды, которая может чувствовать, прикасаться, слышать. Ага. Томский. So how is it that when the water is put in our body, then apparently the water can start to feel things? И как же так происходит, что когда вода попадает в наше тело, она вдруг может ощущать какие-то вещи? Interesting question. Интересный вопрос. And then our bodies, so much water, and then there are other ingredients, like the bones are made of calcium. И в наших телах много воды, а также других элементов, например, кости, они состоят из кальция. And so on, some other chemicals, and like this, our bodies are made up. И из других химических элементов, и таким образом вот наши тела так сконструированы. So those chemicals are available in the chemical shop. И все эти химические элементы можно приобрести в каком-то магазине химических разных веществ. And they are just present in different, all sorts of different material objects. И они также присутствуют там во многих материальных объектах. Now, why is it then that when they're put together in our bodies, they are able to perceive? И почему же, когда они все вместе соединяются в нашем теле, они могут что-то воспринимать? Now, suddenly, this body made of water and calcium and various other things, it can see, it can hear, it can feel. И почему же наше тело, которое состоит из воды, из кальция, из других элементов, оно может видеть, слышать, чувствовать? Well, of course, one simple answer, one basic answer to that question is because the soul is there. Самый простой ответ на этот вопрос – это то, что в этом теле есть душа. And that's also true. Это, конечно, правда. But it's not quite as simple as that. Но не так, что это просто. There are many people, living people, who have eyes and ears. Есть много людей, у которых есть глаза и уши. But they cannot see. Но они не могут видеть. And even I, as a child, I had very, very good eyesight. И даже я, когда был маленьким, у меня было очень хорошее зрение. But now, to read a book, I must wear glasses. Но теперь, чтобы читать книгу, мне нужны очки. And sometimes I don't know where I am. Иногда я не знаю, где я нахожусь. Oh, oops. So some people, they have eyesight, but then at some point in their lives, they lose their eyesight. И у некоторых людей есть зрение, но на каком-то этапе жизни они вдруг его теряют. Some people, they lose
the sense of hearing. У некоторых людей пропадает слух. Even some people, there's a special condition, I forget the name, their sense of touch, of feeling, becomes like reduced. И даже бывает такое, я не помню, как это называется, когда люди теряют способность осязать. You know, if a person has leprosy. Например, если у человека проказа. Leprosy. You understand leprosy? The disease? Yes, Yeah. Да, проказа. Right. One symptom of leprosy, even before you can actually see that, you know, that the disease is attacking the different parts of the body. Одним из симптомов проказы, еще до того, как она проявилась на всем теле. Like maybe your fingers. It may start in your fingers. Например, она может начаться с пальцев. But one symptom is you lose your sense of feeling in your fingers. И одним из симптомов является то, что вы теряете чувствительность пальцев. And so, you know, even before you can see that, the disease is there. Даже до того, как вы вообще замечаете эту болезнь. And, you know, with a person like that, you can cut off his finger, won't feel a thing. И вы можете просто отрезать палец этому человеку, он ничего не почувствует. And it's in particular, even other than that disease, it's a particular, very unusual condition which attacks some people. И существуют, кроме вот этой болезни, разные другие состояния, когда люди теряют какие-то свои чувственные способности. Yeah, some children, they have this condition. У некоторых детей бывает такое состояние. And, you know, they can put their hand in fire. Они могут руку в огонь положить. Don't feel the thing. И ничего не чувствовать. Of course, the hand gets burnt up, but, рука может сгореть, но, they don't feel anything. Но они ничего не почувствуют. So anyway, and, you know, even your sense of taste. И даже ваше чувство вкуса. If you eat too many chilies. Если вы съедите слишком много чили. Do you like chili? Вам нравится чили? Нет. I have not met a Russian person who really likes chili. Не встречал русского, который бы любил чили. So if you really like it and you eat it all the time. Если вы очень любите их и едите их все время. Then your sense of taste reduces. То ваше чувство вкуса, оно снизится. And you can't taste things so nicely at all. И вы так не будете чувствовать вкус каких-то вещей. So the point here is that obviously in a living body the soul is there. Да, очевидно, что в этом теле есть душа. But the sensory functions or sensory capabilities are not simply dependent on the presence of the soul. Но способности чувств функционировать, они не так-то просто зависят от наличия души. Actually, according to the description here, they are directly given by the Supreme Personality of Godhead. Согласно этим текстам, они напрямую даны нам Верховной Личностью Бога. And if at some point he feels he wants to withdraw some of those capabilities. И если однажды он чувствует, что нужно убрать какую-то из этих функций, he can do that, and he does do that. Он может это сделать, он это делает. So people, as they get old, it's very common they lose their eyesight. И очень распространено, что люди в старости теряют зрение. Some become blind. Некоторые слепнут. Some people at some point in their lives they just become deaf. Некоторые люди становятся глухими. And so these capabilities they belong to Krishna. Так что все эти способности они принадлежат Кришне. It's just like we give the example sometimes about people's money. Например, мы даем такой пример с деньгами. We were born with no money. Мы рождаемся без денег. Even if in your previous life, if you were a very rich person. Даже если в прошлой жизни вы были очень богатым человеком. Maybe you had 10 million
dollars. Может быть, у вас было 10 миллионов долларов. Or maybe you had billions of dollars. А может быть, миллиарды долларов. Now you die. Вот вы умираете. And in your next life, then you have nothing. И в вашей следующей жизни у вас ничего уже нет. Maybe in your previous life you were very intelligent. И, может быть, в прошлой жизни вы были очень умным. You had many university degrees. У вас было много дипломов университетских. But then that life finishes, the body dies. Но эта жизнь заканчивается, умираете. And when you're born in your next life, you must go to school again. И в следующей жизни вы снова должны ходить в школу. And when your parents send you to school, you cannot say, no, I don't need to do this. И когда родители отправляют вас в школу, вы не можете сказать, нет, мне это не нужно. Oh, in my previous life I had PhD and all that, and I don't need it. В прошлой жизни у меня была степень доктора наук, и мне это уже не нужно. Yes. So in regards to money. Что касается денег. People have some money. Then maybe they lose the money. У людей могут быть какие-то деньги, но они могут их терять. So how's that happening? И как же это происходит? Well, Krishna is the husband of Lakshmi Devi. Кришна — это муж Лакшми Деви. And if he tells his wife, take the money away from this person. И если он говорит своей жене, забери деньги у этого человека. Как вас зовут? Анатолий. Take all the money from Anatoly. Забери все деньги у Анатолия. She doesn't. Она это делает. And suddenly, what happened? All the money went. И вдруг внезапно все деньги куда-то уходят. And later Krishna says, give 10 times more money to Anatoly. А потом Кришна говорит, дай в 10 раз больше Анатолию. Давайте. Then somehow it arrives. И каким-то образом они приходят. So yes, all the money we have is on loan from Krishna. Все деньги, которые у нас есть, это наш займ у Кришны. And at some point, if he wants to take it back, he can. Если в какое-то время он захочет их забрать обратно, он может это сделать. And then, of course, at the end of your life, he will take it all back. И, конечно, в конце вашей жизни он все это обратно заберет. And all our sensory capabilities, they're coming from Krishna. И все наши способности, чувства, они тоже исходят из Кришны. And at the end of this life or earlier, he will take them back. И в конце этой жизни или раньше он тоже их заберет обратно. So like this, part of Krishna consciousness, very important part of Krishna consciousness, is to try to appreciate how we are dependent on Krishna. И очень важная часть сознания Кришны — это понимать насколько, и ценить, насколько мы зависим от Кришны. Of course, we may not be able to understand completely. Возможно, полностью мы это не можем осознать. But at least we should try to understand and question in different ways to try to appreciate how we're dependent on Krishna. Но мы должны стараться понять этот вопрос и постараться оценить нашу зависимость от Кришны. Because if we start to see that actually I am dependent on Krishna in this way and that and so many ways. Если мы вдруг начинаем понимать, мы видим, насколько мы зависим от него во многих отношениях. Then we can develop the mood that I must take shelter of Krishna. И мы можем развить такое настроение, что я должен принять прибежище у Кришны. I need his mercy, otherwise what can I do? Мне нужна его милость, иначе что же я могу сделать? So to develop this consciousness and keep on developing it, this is a very important factor in Krishna consciousness. И вот это очень важный фактор в сознании Кришны для того, чтобы развивать это настроение, продолжать его развивать. But if, like the materialistic people, if we think, yes, this body is me. Но если мы думаем как материалисты, что это тело, это и есть я. Then, and all the functions
They are mine. И все эти функции тела не мои. And I can do what I like. Я могу делать все, что захочу. Then how are we going to develop the mood that we need to take shelter of the Lord? И как же мы тогда разовьем настроение того, что нам нужно прибежище Кришны? We can't really develop that mood. Мы не сможем просто развить в себе это настроение. So therefore, Krishna is very merciful. Поэтому Кришна очень милостив. Well, he's very merciful to the devotees. Он очень милостив к преданным. Step by step, Krishna reveals to you how these things are true. И шаг за шагом постепенно Кришна показывает, что все эти вещи на самом деле существуют. As Krishna says in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Как говорит Кришна в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Yasyaham anugrinami harishye tadanam shanai. So, anugraha means mercy. Anugraha означает милость. Yasya, to those whom aham, I, anugrinami, am merciful. И также это означает, что я милостив по отношению к... To those people who I feel merciful, well, I help them. Я помогаю тем людям, по отношению к которым я проявляю свою милость. And how do I help them? И как же я им помогаю? Harishye tadanam. I take away all their money. Я забираю у них все деньги. And other possessions. И также другие вещи. So, this is a sign of special mercy from the Lord. Это признак особой милости от Господа. And we may think, Krishna, don't be too merciful to me. Мы можем думать, Кришна, не будь так милостив ко мне. Be merciful to Prabhu. He'll do much better. Лучше будь милостив к какому-нибудь другому Прабху, он гораздо лучше справится. Don't be too merciful to me. I'm not a good person. Я не такая уж хорошая личность, не будь так милостив ко мне. He's a good person, he deserves more mercy. А он хороший человек, он заслуживает больше милости. But Krishna is famous. Krishna, Vishnu are famous in Hinduism for this reason. И Кришна или Вишну, он известен в индуизме как раз по этой самой причине. Therefore, there are not so many people who are devotees. Поэтому не так-то много преданных. More follow Lord Shiva. Большее количество людей, они следуют Господу Шиве. Because he is just more sort of liberal in just giving material things. Он более такой либеральный, одаривает материальными вещами. So there's a nice little incident in Mahabharata. И в Махабхарате описан очень интересный случай. Krishna, Lord Krishna was speaking with Maharaj Yudhisthira. Господь Кришна разговаривал с Махараджем Юдхиштхирой. And Krishna said, Maharaj Yudhisthira, I really appreciate you because you just don't really want anything. You're happy to live a simple life. И он сказал, Махараджа Юдхиштхира, я очень ценю тебя, потому что тебе на самом деле ничего не нужно. Ты довольствуешься очень простой жизнью. Махараджа Юдхиштхира сказал, нет, ты не понимаешь меня. Кришна, actually, I want everything. На самом деле мне всего хочется. I want a huge palace. Мне хочется очень большой дворец. From Omsk to Tomsk. От Омска до Томска. Just massive palace, extremely opulent. Просто гигантский, роскошнейший дворец. And I want money. I want so much money. I want all the money. Я хочу денег, много денег, всех денег. And servants. I want so many servants. И мне хочется иметь так много слуг. So I just They do everything. Чтобы они делали все. And I want followers. Я хочу последователей. This is what I want. Это то, чего я хочу.
And Krishna was a little shocked. Кришна был немного шокирован. And Krishna said, "Really? I thought all you wanted to do was serve me." И Кришна сказал: "Да, а я думал, ты просто мне хочешь служить." And Maharaj Yudhisthira said, "No. I want so many things." Махараджа Юдхиштхира сказал: "Нет, нет, мне так много вещей хочется." And Krishna was really disappointed. Кришна был разочарован. Then Maharaj Yudhisthira said, "Actually, there's a reason why I want all these things." Махараджа Юдхиштхира сказал: "Вообще есть причина, по которой я хочу всех этих вещей." Because there's so many people who could become devotees. But they are afraid to, because they think, if I do become a devotee, Krishna will take everything away. Потому что многие люди не могли бы стать преданными, но они боятся, что Кришна у них все заберет, если они действительно ими станут. So I want them to see that here's a devotee of Krishna, and he's got everything. И поэтому я хочу, чтобы они видели, вот есть преданный Кришна, у которого есть все. And then when they see that, they may think, "Yes, I'll become a devotee too." И когда они это увидят, они могут тоже захотеть стать преданными. So the fact is, Krishna can give or take anything for the devotee. Да, действительность такова, что Кришна может и дать, и отнять что-то у преданного. And we should know that Krishna is watching us. И мы должны знать, что Кришна наблюдает за нами. Prem suggests, Krishna is watching us. He is thinking, what do you want? Кришна наблюдает за нами, и он думает, что чего ты хочешь? Как вас зовут? Дмитрий. Кришна is watching Dmitri. Кришна наблюдает за Дмитрием. And Krishna is thinking, what's this Dmitri gonna do today? И Кришна думает, что же это Дмитрий будет делать сегодня? Будет ли он пытаться прогрессировать в сознании Кришны? Или он от всего отвлечется, просто расслабится? This is Krishna. He is wondering. Это Кришна, ему это интересно. But if we sincerely try, if we sincerely want to please Krishna and really help him. Но если мы искренне хотим служить Кришне, если хотим помочь ему. And particularly if Krishna sees we really want to serve the mission of his great devotee Śrīla Prabhupāda. В особенности, если Кришна видит, что мы действительно хотим участвовать в миссии его великого преданного Шрилы Прабхупады, он даст так много. Prabhupada's father told Prabhupada. Отец говорил Прабхупаде. Krishna has eight hands. У Кришны 8 рук. You have 2. А у тебя 2. So if he decides he wants to take something away from you, how can you stop him? Поэтому если он захочет, он может у тебя что-то отобрать, и ты не сможешь его остановить. And if he decides he just wants to give you, если он захочет тебе что-то дать, how can you hold it with your two hands? Как же ты удержишь своими двумя руками? So for the devotees, this principle applies very much. И этот принцип, он применим во многих отношениях к преданным. And we should understand, we're always completely dependent on Krishna. Мы должны понимать, что мы всегда во всем и полностью зависим от Кришны. As Krishnadas Kaviraj Goswami says. Как говорит Кришнадас Кавирадж Госвами. By the mercy of Lord Chaitanya, a lame man can climb mountains. По милости Господа Чайтаньи хромой может вскарабкаться на горы. A blind man can see the stars in the sky. Слепой может увидеть звезды на небе. And an uneducated child can understand the conclusive truths of the Vedas. И совершенно необразованный ребенок может понять всю суть Вед. So by the mercy of Lord Chaitanya, Lord Krishna, literally anything could happen. По милости Господа Чайтаньи, Господа Кришны, буквально все может произойти. But if we lose the mercy of the Lord, но если мы теряем милость Господа,
then even things we thought were just so easy. То даже те вещи, которые мы считали очень простыми, just too easy. Чрезвычайно простыми. Just seeing Anatoly. Например, способность видеть Анатолия. Yeah, what wrong? And we don't even think, we just look. Мы даже не думаем об этом, просто смотрим на этого человека, вот он. But without the mercy of the Lord, then we cannot do anything. Но без милости Господа мы ничего не можем сделать. If He withdraws our sense of sight, we can't see anything. Если Он забирает у нас чувство зрения, мы больше ничего не можем видеть. So these are very important principles for devotees. Это очень важные принципы для преданных. And Prabhupada, he did not appreciate the efforts of the scientists to try to figure out what is this world, what is life in an atheistic way. И Прабхупада, он не придавал значения попыткам ученых разобраться в этой жизни, тем более на атеистической основе. When the scientists were supposedly sending the Americans to the moon, и когда ученые предположительно послали американцев на Луну, Prabhupada was in London. Прабхупада был в Лондоне. The devotees rented a television. И преданные, они купили телевизор, взяли в аренду. Because they were not so common in those days. А, они взяли в аренду телевизор, потому что они еще не были так распространены. Just so Prabhupada could watch the moon landing. Только для того, чтобы Прабхупада увидел это прилунение. Prabhupada was not interested. А Прабхупаде это было неинтересно. But one of his disciples, one Purushottam Das, he was extremely interested. Но один из его учеников, Purushottam Das, он был очень этим заинтересован. And Prabhupada was being massaged, and he was not watching the television. И Прабхупаде делали массаж, и он не смотрел в телевизор. But Purushottam was giving step-by-step report. Но Прабхупада ему сообщал как бы отчет о том, что происходит. Now they're doing this. А вот сейчас они это делают. Now they're doing that. А сейчас они вот это делают. And they're getting ready to land. И они готовятся для того, чтобы приземлиться. And Prabhupada got tired of it. Прабхупада устал от этого. He sent him to the kitchen to cook something. И он отослал его на кухню, чтобы он что-нибудь приготовил. So Purushottam not very happy. He was cooking in the kitchen. И Purushottam был не очень счастлив, но готовил что-то на кухне. It was an old British gas stove. Это он делал на старой английской газовой плите. And not safe. Она была не слишком безопасной. He was cooking, it exploded. Он готовил, и она взорвалась. This is bang from the kitchen. Раздался грохот из кухни. And Purushottam came staggering back. И Purushottam вернулся, трясясь обратно. Covered in soot. Весь был покрыт сажей. Да, черной от сажи. And Prabhupada turned around and said, Прабхупада обернулся и сказал, Purushottam has just come back from the moon. Purushottam с Луны вернулся только что. So to understand, better just to take shelter and get the message the Lord has left for us. Лучше принять прибежище у Кришны и воспринять то послание, которое Он нам сообщил. And then we can understand at least the basic main aspects of how this world came to be. И мы можем понять какие-то хотя бы основные принципы, как работает, как функционирует этот мир. Otherwise, you just come up with these rather crazy ideas. Иначе вы просто будете увлечены какими-то безумными идеями. There was a big explosion. Например, был большой взрыв. And as a result, all nice things came to be. И в результате все хорошие вещи вдруг появились. It defies logic, and actually it is crazy. Это совершенно нелогично и, в общем, безумно. Hare Krishna. Any comment or question? Комментарии или вопросы? Yes, Prabhu. Как осознать свое отличие, от материальных сил и ума? Есть какие-то, может быть, упражнения?
Как можно осознать свое отличие от материального тела и ума? Может быть, упражнения какие-то существуют для этого? You need to do some упражнения. Да, вам нужно делать одно упражнение. It is called minimum 16 rounds a day. Оно называется минимум 16 кругов в день. And reading Prabhupada's books. И чтение книг Прабхупады. And gradually you will feel it more and more. Постепенно вы все больше и больше будете это чувствовать. And when you become more advanced, you will see it directly. И когда вы станете более продвинутым, вы просто это увидите напрямую. But otherwise, if you do exercises like some hatha yoga. Но в другом случае, если вы будете просто, например, хатха йогой заниматься. Stand on your head 12 hours a day. Стоять на голове 12 часов в день. Это не поможет. Другие вопросы какие-то? Расскажите, пожалуйста, ваши первые шаги в создании Кришны, как все начиналось. Мне? My first steps in Krishna consciousness were completely involuntary. Мои первые шаги в сознании Кришны были, ну, буквально, не были добровольными. Not deliberate, it just happened by the grace of God. Так просто случилось по милости Господа. I was a student in university, and Prabhupada came to the university. Я был студентом в университете, Прабхупада приехал в этот университет. And I just happened to be there. Oh, what's this? Я просто там оказался, удивился, что это. Bill Millist Krishna. So I was there, I saw Prabhupada and took part in the program. Я просто увидел Прабхупаду, принял участие в программе. First step, but important step. Это первый, но очень важный шаг. And after that my whole life changed. И после этого вся моя жизнь изменилась. Without me knowing it. Даже без моего собственного сознания. Suddenly I started seeing material life as being hopeless. Внезапно я стал видеть, что эта материальная жизнь безнадежна. You know, what are people doing? Что люди творят? What am I doing? Что я делаю? And I would become, you could say, depressed. И у меня почти депрессивное было состояние. And I would tell myself, stop thinking like this. Я говорил себе, перестань так думать. I couldn't stop. Я не мог остановиться. And then I realized, actually, it's true. Я осознал, что это правда. So then, fortunately, I met the devotees again. К счастью, я потом снова встретил преданных. That's it. Вот так. Hare Krishna. Такой вопрос, кто сейчас затронул тему про деньги. Как правильно относиться на начальной стадии, скажем так, сознания Кришны, когда привязанность, соответственно, к материальному очень большая. Например, как вот я, например, как семейный человек, то есть у меня есть обязанность содержать семью, а когда, например, Кришна помогает тебе и лишает тебе денег, то ум напрягается. И как вот ситуация вести? How should I behave when Krishna takes away my money? Because I'm just a beginner, I'm a family man. I see. Well, if Krishna, see, it's very unlikely that if you're a beginner and you don't know so much, it's very unlikely Krishna will take away all your money. Очень маловероятно, что если вы начинающий преданный, что Кришна заберет у вас все деньги. I mean, it happens in a few cases, but it seems to be very unusual. Иногда это случается, но это нетипично. It usually happens a little later. Обычно это происходит немного позже. When you're already hooked on Krishna consciousness. Когда вы уже готовы в сознании Кришны. And you know there's nowhere else to go. И знаете, что больше некуда идти. Yeah. But anyway, if or when it ever happens. Если даже это и произойдет. Then you should know
Krishna has decided he really likes me. Вы должны тогда понимать, что Кришна решил, что я ему очень нравлюсь. And don't tell Krishna, listen, don't like me so much. I'm not a nice person. Не говорите Кришне, что, пожалуйста, не надо меня так сильно любить, я не такой уж хороший человек. But just take it as Krishna's mercy. Примите так милость Кришны. And actually, if you're a family person, Krishna may want you to make more of an effort to get your family together. И если вы семейный человек, то, возможно, Кришна хочет, чтобы вы прилагали больше усилий для того, чтобы сохранить, поддержать свою семью. Krishna may want you to actually work harder. Может быть, Кришна хочет, чтобы вы больше работали. You know, just as an example, sometimes when a young couple is just married. Например, когда молодая пара только поженилась, then the young husband, he may feel very heroic. И может быть, молодой муж, он себя чувствует героем. I will look after my wife. Я буду заботиться о своей жене. So he tells his wife, you don't have to work now. И он говорит своей жене, тебе не нужно сейчас уже работать. You can stay home. I will provide everything. Ты можешь оставаться дома, а я обеспечу все. Because I'm, you know, I'm a good husband. Потому что я хороший муж. Okay, so now the wife is at home. И сейчас жена дома находится. But now, if she's just a young devotee, she may not be very Krishna conscious. И если она как молодая преданная, она, возможно, еще не полностью в сознании Кришны. She's just sitting at home. Она просто сидит дома, не знает, что делать. And there are two important choices or two important opportunities. Есть две важных возможности в этом случае. One is sleep. Первый путь это спать. Second is watch television. А второй смотреть телевизор. So if she ends up doing that. Если она в итоге это делает, better for her to get a job and work. То лучше бы она начала работать. Yeah. So sometimes some husbands they get lazy and they don't look after their duties properly, like financially. А иногда некоторые мужья они ленивы и они не должным образом заботятся о своей семье, как правило, финансовой части. And so Krishna may send some difficulty. И Кришна может послать некоторые трудности. And then the wife tells him, listen, get it together, otherwise I'm going back to mommy, mama and papa. И жена может сказать мужу, давай-ка соберись, дорогой, иначе я вернусь к маме и папе. So definitely. And then the husband should get it together and start getting things together more financially. И муж тогда должен проявить свои качества и начать зарабатывать. So, you know, if Krishna starts taking things away, how you react to that, what you do about it, it would depend on your situation. Это будет зависеть от ситуации, как вы будете реагировать на то, что Кришна вас будет что-то забирать. If you're a brahmachari or vanaprastha or sannyasi. Если вы брамачари, ванапрастха или саньяси, Кришна забирает что-то, then you say, very good. Тогда вы говорите очень хорошо. Thank you, Krishna. Спасибо, Кришна. If you're a householder, it depends. It may also be good. Если вы семейный человек, то по-разному. Может быть, это тоже будет хорошо. But it may be a sign from Krishna also. You need to get your household situation together more. Но, может быть, это знак от Кришны, что вы должны больше заботиться о своем доме. So it depends, and in order to understand what to do, what's really appropriate, you may have to consult with senior devotees or even the spiritual master. Это все зависит от ситуации. Возможно, вам нужно проконсультироваться со старшими преданными или даже с духовным учителем. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Бхакти Читанья Свами Махарадж ки джай. Шрила Рам ки джай.
the Spirit. Я не знаю, что это за штука.